Примерно 17 лет назад закончилась история канадского блогера Кайла Макдональда с тем, как он обменивал красную скрепку на двухэтажный дом. Посмотрим, что получится у нас этим екатеринбургским утром. У меня есть ручка и конфетка. На что вы готовы обменяться со мной? Буквально все, что угодно, что найдете в сумочке. Если это будет какой-то буст, то будет здорово. Так, визитка. Готовы ли вы со мной поменяться? Сойдет. Штрих? Замазывать прошлые неудачи, я согласен. Ну что ж, теперь у нас есть штрих. Попробуем обменять его. Классный штрих, которым можно замазать все свои ошибки в жизни. Три конфеты. Три конфеты? Ну давайте, мы как минимум порадуем остальных горожан. Согласны? Да. Супер. Может, мы на этом закончим наш обмен? Была одна конфета, стала три. Да. Зажигалка? Поехали. Она недорого стоит. Большая ценность у нее? Несколько обменов привели меня к этим предметам. Это две конфеты и зажигалка. На что вы готовы со мной обменяться? Давайте посмотрим. Точилка. Так, сегодня мы идем строго по канцелярским предметам. Хорошо, точилка на конфету. Идет? Вот. Значит, смотрите, три предмета есть на выбор. Если вы принесете мне что-нибудь блестящее, я готов с вами поменяться. Однажды канадский блогер обменял скрепку на двухэтажный дом. Несколько обменов привели меня к этим предметам. На что вы готовы со мной обменяться? Давайте посмотрим, попробуем. Это нам подойдет. Ну а почему бы нет? Мы же это делаем для удовольствия. Зажигалка, ручка, вилка и салфетка. На что ты готов со мной поменяться? Блокнот! Обмен? Пятюня обязательно? Может быть, вас можно отвлечь буквально на секундочку? Забирайте, он мне не нужен. А это отличный бонус, красавчик. У нас есть еще и провод. Я вообще сильно удивлен. На что вы готовы со мной обменяться? Этот ключ тебе точно не нужен? В жизни вдруг произойдет ситуация, когда этот ключ вам пригодится. Абсолютно секретный ключ. На что вы готовы со мной обменяться? Маска? Блокнот? Да. На маску? Да. Годится. Не дай бог кому-то заболеть. У нас есть вилочка, салфеточка, маска, провод для зарядки телефона и, внимание, секретный ключ, который может открыть какую-то дверь в этом городе. Это завтрак у меня. Ну вы готовы обменять? Да, конечно. Это, конечно, супер предложение, но поскольку у нас последний обмен на сегодня, давайте, то мы отдаем все это содержимое за внимание, завтрак, который мы, конечно, кому-нибудь подарим. Это буквально несколько обменов. На что вы готовы со мной поменяться? Важно, по условиям игры ваш предмет должен быть ценнее, чем эти два. Нет. Таковы правила. Я бы с радостью поменялся, честное слово. Но должно быть что-то еще ценнее. Ну, бывает и такое, что мы не всегда готовы меняться. Но подождите! Мы это вам дарим. Пользуйтесь с удовольствием. Хорошего вам дня и улыбайтесь. У вас это классно получается. Спасибо большое за то, что этим утром разделили это настроение вместе со мной. И не бойтесь, когда к вам подходят с камерой. Возможно, это приведет к чему-нибудь хорошему. Пока-пока.